Яркий солнечный свет, изумрудная зелень лесов и парков и, конечно же, ласковое, теплое Черное море. Его волны встречают и провожают путешественников сотни тысяч лет. Курортное местечко Песчаное на западном побережье Крыма, где расположен детский оздоровительный лагерь имени Казакевича, известный далеко за пределами полуострова. Дети из разных стран, впервые попадая сюда, остаются на всю жизнь очарованными красотой этих мест, пейзажами, прозрачным целебным воздухом, яркими красками, историей и легендами, которым нет числа. Крым – это переплетение судеб многих народов, они открыты всем и каждому. А это территория детства, огражденная от равнодушия, духовной пустоты, национальных распри и политических разногласий. Здесь царят любовь, взаимопонимание и дружба. И еще искренняя забота о нашем будущем. Мне здесь очень нравится, здесь очень весело, очень хороший, дружный коллектив. Я была в разных лагерях на море, но этот нравится мне больше всего. Здесь очень живописная природа, теплое море, хорошие, дружные вожатые. У нас очень много разных мероприятий, достаточно интересные экскурсии. Здесь цветы очень хорошие. И пахнут очень вкусно, что даже мне еще раз хочется потом опять приехать. Здесь, на берегу Черного моря, самые заветные мечты становятся явью. Тут обитают герои самых светлых детских сказок, где нет места злу. Вот оно какое наше лето, лето яркой зеленью одето, лето жарким солнышком согрето, дышит лето ветерком. В сверкающих волнах моря и в восторженных чистых детских глазах отражаются мириады звезд. Лето в лагере имени Казакевича проводят ребята самого разного возраста. И совсем маленьким, и почти уже взрослым здесь очень нравится. Много цветов, особенно роз, ароматных фруктов и зелени. Чудесный климат и море совсем рядом. Юные спортсмены совершенствуют мастерство в футболе, баскетболе, волейболе на прекрасно оборудованных площадках. Овладевают экзотическими видами спорта. А еще можно прокатиться верхом на лошади по заливному лугу, но в основном ребята предпочитают кормить и гладить роскошных гнедых рысаков. Трехэтажные корпуса, где ребята живут в уютных комнатах, комфортабельны и удобны. Столовое отменное меню в лагере рассчитано на 650 человек, пятиразовое питание. Здесь автономное электро- и водоснабжение. Этим летом здесь отдыхали дети из Украины и России. В необыкновенном восторге от отдыха в этом месте и лагере остались ребята из Карелии, Архангельска и Москвы. На этой земле они обрели новых друзей, узнали много интересного, увидели места сказочной красоты, а кое-кто встретил свою самую настоящую первую любовь. У меня здесь появился парень, и я не хочу ни с кем здесь расставаться. У нас здесь есть девиз, который мы всегда кричим, мы всегда вместе. Здесь все собираются со всех стран, с Москвы, с Киева, Симферополя, со всех стран. И мне здесь очень нравится. Тут дискотеки суперские. Мы всегда танцуем, сколько нам хочется. Тут песни все модные, новые, как раз вот как выходят. Я тут завела себе очень много подружек, все такие прикольные. Мне так с ними не хочется расставаться. Здесь очень здорово. Здесь вообще очень хорошие воспитатели. Мне очень нравятся воспитатели. Они такие добрые, что даже мне здесь хотелось остаться всегда.
Ребята из России навсегда запомнят эту песню и увезут с собой воспоминания о самых красивых в мире вечерах. Юные курортники, повзрослев, с удовольствием будут вспоминать о времени, проведенном в песчаном, о людях, устраивающих на сказочных берегах Тавриды чудесный отдых, помогающих детворе совершать необыкновенные открытия, жить ярко, познавать мир и самих себя.